В печь отправилось около 4 килограммов спайса и чуть более 2 килограммов наркотического синтетического порошка. Сожжены и 50 спичечных коробков с каннабисом, изъятые у уроженца Ставропольского края. Всего в огонь отправилось около килограмма марихуаны. В топку также попали несколько плиток гашиша и метадон. Его сбытчик получил самый большой срок – 10 лет лишения свободы. Все обвиняемые в незаконном обороте наркотических средств понесли наказание. Им грозит отбыть различные сроки лишения свободы – от 1 года до 10 лет. А наркотики, как вещественные доказательства их преступной деятельности, были уничтожены в соответствии с законом. Процесс уничтожения наркотиков проходил под наблюдением специальной комиссии, состоящей из представителей наркоконтроля, органов здравоохранения и охраны окружающей среды.